подарила мне его на счастье, Дейртри. Не знаю, помог ли он хоть раз. Может, пригодится теперь. Я готова грабить банк. Пора. Скоро у тебя будет нож, который... Долорес Майклс владеет и управляет банком. Я осмотрела его и поговорила с людьми. Пробраться туда можно. Правда, еще никому не удалось его ограбить. У других не было нашей целеустремленности. Нам не нужны деньги. Как ты попадешь внутрь? Есть три пути. Крыша, мусоросборник и канализация. Можно попробовать любой. Когда окажусь внутри, нужно будет найти хранилище. Нож должен быть там. Банк хорошо охраняется. Что ты узнала? Немного. Стражники, часовые солдаты, много дверей, которые открываются удаленно. И это только на пути к хранилищу. На крыше есть отверстие, которое ведет вентиляцию. Если добудешь лауданум, то усыпишь почти всю охрану, еще не проникнув в банк. В районе есть аптека, но банк конфисковал ее. Постараюсь что-нибудь отыскать. Ты находчиво справишься. Ключи главарей безглазых, которые ты нашла, помогут найти нож. Тебе еще понадобится ключ, управляющий банком. Разберись с ней, как считаешь нужным. Тогда я готова. Хорошо. Я... Хочешь, я останусь? Нет. Мне ты уже не поможешь. Найди нож. Убей чужого. Я в тебя верю. Я это сделаю. Так или иначе. Ты видела больше, чем многие, то, что мы сделали. Ведьма, жаждавших трона. Без глаз. Дауд такой слабый. Возможно, я больше его не увижу. Юнь погиб. Поклонники певца скорбят. Опять не могла заснуть. Надо бы попить этих микстур. Но они денег стоят. Спина зубы. Они убивают и умеряют, чтобы уйти от смерти. Говорить как со стенкой.
За последние 5 лет здесь случилось больше бед, чем за всю мою предыдущую жизнь. Я знаю, о чем говорю. Я ж говорил им, что он больно тощий. Говорил, он и дня не пройдет. Добрый вечер, вклады и займы Майклс. Я хочу кое-что забрать. Это сообщение подготовлено комиссией независимых землевладельцев района Верхняя Кири. Мы гордимся нашим сообществом. Я знаю, ты где-то здесь. Начеку. Ого! За твою голову дают столько серебра, сколько она весит! Разберемся! Она тут рядом ходит. Нравится. Thank you.
это поможет открыть люки. Прятаться среди мусора очень уместно. Внутри. Дальше будет сложнее. Проверьте на мою голову! Звук оттуда! А! Что? А ну вернись! Пора. Что за... Неудачник! Это должно быть хранилище. Это какой-то причудливый лифт. Хранилище можно передвинуть из комнаты управления.
Нужно придумать, как заставить эту штуку двигаться. Эй! Поднимайте тревогу! Я подниму тревогу! Внимание! В атриум хранилища проник нарушитель. Всем сотрудникам охраны явиться на свои посты. Быть начеку. Я крепко. Как это у тебя получилось? Быть не может. Вот ты где. Не впечатляешь. Проклятие на мою голову. А? Стоять! Куда ты? Неудачный кот. Внимание! Технические работы на верхнем этаже приостановлены. Директор Майклс принимает клиентов. Эй, впусти меня! Не с места. У охраны к тебе пара вопросов. Код Д13Д. Охране немедленно явиться на административный этаж. У нас незваный гость. Код Д13Д. Охране немедленно явиться на административный этаж. У нас незваный гость. Я украду все твои тайны, Долорес. Внимание! Мы не можем найти информацию о вас в наших записях.
нужно. Заперто. Кто-то решил уберечь это от посторонних. Его не открыть без универсального ключа. Thank you.
О, любишь прятать свои тайны у всех на виду? Да, Долорес? Ключ от хранилища у меня. Что еще она прячет? Путь в бездну? Лагерь шахтеров в горах? Но его изменила бездна. Он не существует. Не должен существовать. Пусти меня! Не с места. У охраны к тебе пара вопросов. Код Д13Д. Охране немедленно явиться на административный этаж. У нас незваный гость. Код Д13Д. Охране немедленно явиться на административный этаж. У нас незваный гость. Уже! Зараза! Прошу доступ в кабинет охраны. Код Б15Д. Уинки, вряд ли в Марли есть что-то похожее на хранилище. Правила.
не имется. Когда они узнают, что пропало, будет уже поздно. Нас обоих бросили на произвол судьбы. Обоих приютили убийцы. Много лет назад Дауд пощадил тебя, но я получил урок, которого не дали тебе. Есть раны, которых не исцелит даже бездна. У меня нет на это времени. Отдай. Время бесконечно повторяется. 4000 лет назад этот нож отрезал мое имя, забытое навсегда. Ты знаешь, что такое потерять свое имя и жить под другим. То, что у нас отнято, меняет нас. Я видела людей, которых извратила твоя ядовитая магия. Ты знаешь, чего я хочу. Я приду за тобой. Я знаю больше, чем другие. Я знаю, что вокруг тебя время утекает само в себя. Ты почувствовала это и теперь ищешь места, где мир повредила бездна. Я знаю, что Дауд умер на корабле, где ты его оставила. И что ты возьмешь этот нож, чтобы сразиться со мной в черном сердце мира. Зачем ты это делаешь? Зачем говоришь со мной? Я здесь потому, что ты не похожа на других. Бездна отыскала тебя через трещины в твоей жизни. Когда ты вырежешь оттуда меня, что останется? Что ты оставишь, уходя? Что чужому нужно от меня? Дауд. Thank you.
Помогите! Убийство! Зовите гвардейцев! Сука! Да ну! Куда ты не денешься? Шипело, пока обугливался корпус моего корабля. Дауд наконец-то умер. Сколько людей пыталось убить тебя? Тщетно, как и я много лет назад. Сколько денег предлагали за твою голову? Награду получит только бездна. Я часто представляла, как чужой предложит мне свою метку. А он дал мне нож, который создал его. Оружие, которое может его убить. Я не понимаю, что ему нужно, но я знаю, чего хотел Дауд. Раз он навсегда ушел в бездну, может, я немного утешу его, покончив с этим. Смеялся ли чужой, когда горел падший дом? Или просто наблюдал, как и я? Отличный погребальный костер. Прощай, Дауд. Я закончу то, что ты начал.